Всем привет! Распаковочка, распаковочка и распаковочка. Коробка, я уже вскрыл. Нужно было убедиться, что стеклышко целое. Кстати, отличный контейнер. Отдаю рыбакам, они сюда наживку кладут, им нравится. Внутри стеклышко у нас для Blackview 6000. Стеклышко пришло целое, хорошее. Заказ уже не первый раз. В общем, ссылка будет в описании. Советую. Хорошие стекла. Отлично сопротивляется ударам. Убираем. Так. Следующее. Ничего нет. Так. Что-то интересное. Какие-то электронные компоненты. Да, это у нас транзисторы. Доставать их не хочется, наш пакетик плотно закрыт. Вот маркировка. Их, наверное, тут штук 100. Обозначается как Receive модуль. В общем, ссылка также будет в описании, что это такое. Так, следующее. Открываем, открываем, открываем. О, провода. Еще один пакетик. Такие я уже заказывал. Они должны были быть в предыдущем видео обзор на них. Ну, точнее, как распаковка. То же самое, 28А 10 метров. Так, и крайний на сегодня это такой черный пакет. И что это такое? Что-то интересное. Номер даже какой-то есть. Все заклеено. Это у нас еще одна камера. По-моему, такую я уже заказывал по размерам. Также видео было. Но ссылка будет в описании на эту. Напишу, чем они различаются, если они различаются. А так, просили заказать, заказал. Вот такая вот камера. Вот такая коротенькая, быстрая распаковка. Всем спасибо. До новых встреч.